Так, что-то или забагрил лесом. Что-то очень большое. Да, у катушки фейк. Слабоват фрик. Полностью его затянул. Что-то, друзья мои, большое. Так, главное, чтобы в коряге не затащил. Да, это сом, наверное. Это сом. В коряге тащит. Да, зараза, тащит в коряге, гад. Если уже не затащил. Засранец. В коряге хочет. Назад, давай сюда. Так, где-то там. Гад, сейчас в коряге утащит. В корягу утащу. Как бы мне тебя вытащить оттуда? Да, уйдет в коряге. Коряги очень близко. Давай на эту сторону, другой. Коряги тащит. Потихоньку тебя сейчас пытаюсь отсюда. Главное на винт не намотать. Мне главное эти коряги обойти. Блин, что-то здоровое, блин. Зараза, коряги. Рядом коряги.
реагировать, прошли. Где-то рядом уже. Где-то очень рядом. Сколько же тебе там? Давай, сдавайся. Сон прокручивается. Держим. Держим. Смотри, что делаем. Где-то 5 метров еще осталось. Отобрал опять. Ты смотри, отдохнул что-то. Фу, я устал. Где-то рядом. Сейчас бы палочку Спортекс. Ну это хоть вяжет. Главное, чтобы не сложилось. Новая палка. Передсерийник от компании Олта. Томагавк. Ой, мазы. Бля, сколько в тебе там? Бля. Я не могу больше. Бля, он здоровый. Пузыри пошли. Так, нужен багор будет. Нужен будет багор. Ой, там махина. Сейчас чуть покажется. Еще рывок на третий уже. Пипец, морда здесь, хвост вон где. Эй, ёптать. Попёрло. Постоянно 5 метров забирает. Катушка не прокручивается.
Бля, он неподъемный. Ручка неудобная. Была бы из Евы, и упор был бы по, ну, такой небольшой хотя бы на балдажничек. Палка джерковая. И сейчас модно делать без Евы. Просто покрутится. Катушка маленькая. Катушка тоже компании Олта. Взял на тест, тоже Томагавк. Но она под таких явно не заточена. Нагрузка там сколько? 8 всего, по-моему. Если мне память не изменяет. Нужно брать что-нибудь там, как вот вакуумы. Килограмм так до 12, до 15. Какой упор я знатно придумал. Давай еще раз попробуем. Теперь я немножко отдохнул. Главное, палка бы не сложилась. Смотри, он не хочет. Нет, хорош, стой. Катушка не крутит. Фу. Давай. Просто не поднимается. Ну, у меня последняя-то. А, нет. Еще, наверное, метров 8. Там, по-моему, рыжая последняя. Бордовая такая. Во-во-во-во. Опять забирает. Говно. Да, там махина хорошая. Мне бы тут что, все освободить бы, блин. Так, одному явно неудобно. Так. У меня еще кукан захват там где-то был. Можно им еще подсандалить. Фу. Давай, погнали. Палка вяжет отлично. Катушку бы помощнее. Засранец. Свои 5 метров забирает. Вот они, пузырики. Блин, там махина здоровая.
ручка неудобная. Узкая здесь. С локти соскакивает. Она чисто палка. Я бы была бы, она бы хоть цеплялась за локоть. Просто стоит. Пошел, пошел, пошел. Пошел в сторону, гад. Блин, мне бы до тех коряк не дойти. Ручка реально неудобная. Палка классная. Ручку им переделывать надо. Воу-воу-воу-воу, фрикцион. Фрикцион где? Треники там не сильно мощные. Это трон. Это не Халк, не агрессор. Ой, вон хвост уже, по-моему, был. Так, где-то рядом, наверное. Я еще разговариваю, он побавится, наверное. Хотел сказать, пошел, а он не пошел. Рядом, все, вот она. Фиолетовая. Там стах. Бля, хвост видели, видели? Это больше полтинника. Опять забрал. За видео прошу прощения. Я что-то малость подзадрюкался. Воу-воу-воу-воу-воу. Фрикцион, фрикцион. Срабатывай давай. Ослаблять тебе нельзя. Значит, ты уйдешь. Знаешь, что делает? Опять Петру забирает. Тебе бы отдыхать не давать. Давай, чуть-чуть мучайся, мучайся, мучайся. Давай, давай. Фрик, 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 ты где? Фрикцион, ёптать. Не хочет он идти. Не сдается.
косы бы тебя. Таким макаром до коряк могу дойти. А мне это нельзя, блин. Кумель спиннинга прям мне впивается очень сильно. Так, вот он сейчас будет. Хвост выбыл. Вот он. Я его за бушку, блин. Ты мне такой здоровый, ты, наверное, не нужен, блин. Багрить тебя как-то жалко. Опять свое заберу. Япон ваш, видели? Так, не достану я эту штуку. Так, а где у меня? Я обычно всегда же выкладываю.
Захват приостановлен. Одному чертовски неудобно. Я, может, перчатку уже взять, блин. Потом, как я буду ее снимать. Пиздец там у танца. Нам реально неудобно. Друзья, такая махина, блин. Так, он сейчас рванет. Я просто не дотягиваю к нему. Не пробил я его, я посадил на эту. А туда мне рукой лезть не хочется. Как мне тебя вести-то, блин, родной? Перчатка маленькая стала на жаре. Здесь желательно бы так. Охренеть, блин. Так, петальку нажать надо. Если тебя сюда затащу, ты мне тут все уделаешь. А веревку я не подготовил. Ой, я тут конкретно сел. Так. Заляпался он конкретно. Он как-то в наморднике оказался. Я бы вытащил сразу. Ты сейчас еще не дай мне ободнешь меня. Отдохнув малость. Ой. Нужен новый.
Нужна веревка. Как же я не хочу мыть тут все потом. Так, где же у меня кукан-то был? За это время вываживания я немного подустал, и больше виноват в этом был предсерийный спиннинг. Данный спиннинг был с ручкой монокок, то есть, проще говоря, этот спиннинг был без отделки эвы. Это сейчас модно, так делают. Но после всего этого процесса вываживания я созвонился с производителем и попросил все-таки данный спиннинг немного модернизировать и сделать ручку под силовые вываживания. Попросил туда добавить набалдажник на комельную часть, чтобы проще было и безболезненнее вываживать, и добавить на саму рукоятку какую-то отделку, чтобы рука не скользила по монококу, по голому графиту. Спиннингом я очень доволен. Он легкий, очень звонкий, и что немаловажно, данный спиннинг имеет огромный запас прочности. Все снасти выдержали эту схватку. Приманка целая, сом тройники не разогнул, кольца и вся фурнитура на месте. Плетенка также выдержала. Катушка и спиннинг справились. Ну и рыбак не травмировал. Сама, это был самец, отдал хорошим друзьям. Ребята местные и подарку были рады. Вообще, таких сомов такого размера я обычно выпускаю. Но были причины, и сом отправился на большой стол. За мою практику было отпущено самят весом менее 5 килограмм большое количество, я бы сказал огромное. И думаю, данный случай не нарушит природный баланс. Хотя сама и мне жалко. Но это для многих пища, и к этому надо подходить спокойно. Так, ну вот, очередная утрянка закончена. Лет хвостов 10 взял, вот, забрал 5. Как-то так. Мучили, вымутили, блин. Судак поклевывает, но он какой-то вяленький, сытый, наверное. Все, чистим рыбу и отдыхать. Вот, ребят, короче, взяли вот такого тунца в Астраханской области. Как сегодня в обед сказал, пойду за марлином. Давай сейчас на голова, чтобы так как-то было более понятно. Приблизь его, кто брал, давайте. Юра. Юра, давай. Это
так, разверни его сюда. Сюда, ну, брат, сюда. О, вот так вот. Сколько катал тебя? Катал недолго. Я его как-то быстро вытащил. Профессиональный просто человек. 10-15. Молодцы, поздравляю. Вот так вот, базу Брянская. Река Актоба, Юрий. Юра. Приезжайте, ждем. Вроде бы нашли сазанчика. Ловим на жмых. Сейчас вот я вам покажу. Первые экземпляры, но, к сожалению, они пока без видосика, были без камеры. Дальше будем стараться снимать на видео. Вот пару особей взяли. Они в районе клюшки. Вроде нашли сазанчика, будем пробовать. Друзья, и рекомендуем вот такие штучки. Да. Рыбка-чистка. Очень удобная вещь. Чемпион. Серег, передай всем привет. Всем привет, рыбалка вот. Приезжай. Ну не у всех. Ну не у всех, но кто вот товарищ печальный сидят. Илюша тут за кадром печальный. С одной рыбкой. Кому-то вот все, кому-то ничего. Да, Руслан? Да.